Всем-всем привет, мои друзья. Время раннее утро. 7:00 утра. Хочу, чтобы вы послушали, как птички поют. На улице, кстати, уже очень-очень тепло. Такое ощущение, что ты проснулся в деревне, петухи. Просто, да, завораживает. Классно. На массаж. Опять мне судьба, понимаете? О, пойдем в этот Вайкики. От судьбы не уйдешь. Придется идти на массаж за $20. Сказали турчанку мне. Ну, не хочу, честно, чтобы парень. Ну, когда массаж еще ничего, а это пилинг будет. Ну, короче, у всех свое, да? Кому нравится, кому нет. Смотрите. Вот мы подошли уже к мечети. Вот и Мигрос, и де-факто, и Фло. И все у нас. И Вайкики. Какие? Это для взрослых? После 4 лет все можно. А сколько стоят вот эти? Травки вот это. Травки сколько? Это 25 лира, 35 лира. А какой лучше для меня взять? Красно? Извиняюсь, девочка, посмотри. Вот это эвкалиптус от кашля, сухой кашель. Так, сухой кашель. Вот это увлажняющий кашель и без сока. Сухой кашель. Вот это влажный кашель? Да, вот это антисептик. Это фаранжит, ларанжит, хорошо. Вот, две вот возьму. Это. Ага. Вот это именно модулатор работает, экинасе есть. Вот это куркума есть. Куркума. Ну вот я ладно, тоже две. Очень хорошо. Посоветуйте мне хороший крем для лица. Для лица есть. Пойдемте. Какой надо? Это увлажняющий или от морщины? Смотрите, для мамы ей 70 лет. Посмотрите, не надо быстрее. Не, мне это ли уход еще нужно? Толёвок, сколько надо, речка? Мне один и ей один. А сколько толеход стоит? 41,5 лира. А сколько мы покупали в Стамбуле, интересно? Это фиксин стоит. Стамбул тоже один. Идите про масло, ой, про крем поговорим. Для мамы увлажняющий. Это увлажняющий оливковый крем. Это увлажняющий розовый крем. Вот это лучше. Почему? Это от морщины. Вот это увлажняющий крем. Сколько вот это стоит? 79 лир. А вот этот? Вот это получается 30 лир. А этот от чего, вы говорите, увлажняющий? Да, увлажняющий крем. Ну, прямо вот мама будет довольна? Немного крем, это увлажняющий крем. Еще ночной надо? Да. Ночной надо, ночной, ночной вот это. Это же другая фирма уже. Нет, одинаковая фирма, вот это серия все Розенсе, оригинал. А. Розенсе фирма, сами оригинал. Это 100% трава, розовое масло. Ё-моё, давайте. Девочка, пожалуйста, тебе тоже посмотри. Розовое масло. Так, давайте подытожим. Какой крем мы берем для мамы? Обычная кожа у нее не сухая, не жирная. Нормальная. Ночной девочка, крем. Вот это лучше. Вот это ночной. Ночной. Вот это ночной крем. Угу. И еще какой? А этот стоит 790 тоже? Вот это чуть-чуть защищающий. Угу. Немной крем. И увлажняющий крем. Вот это от морщины крем. Тебе нет. Мама... Красивая. Да, красивая. Увлажняющий надо ей. Увлажняющий вот это. Но это же дневной. Сейчас я одну секунду. Говорят, что они в Россию тоже доставляют лекарства. А доставка сколько стоит? Это вот это килограмм. Вот это 20... 2 килограмма 20 долларов. 20 долларов? 2 полтора тысячи. Ну, вот этот? Давайте. В общем, хорошо вы сказали, да? Да, самый лучший, самый эффективный. А годность его сделали? А что он такой старый? В 2019 году сделали.
А есть посвежее? Я сам бекежик мельчик. Ё-моё. 19-й год. 19-й год. Ну, по 22-й, ладно. По декабрь 22-го. Хорошо. Так, что еще возьмем? Так, 251 лира. Ну, крем точно хороший, увлажняющий. Хорошо, ладно, верю. Кашля возьму себе 3 раза в день, по столовой ложке еды. После еды. Таблетки. По столовой ложке. Не, мне это не надо. А это что от аллергии? Какие? У меня есть этот... У меня есть дома от аллергии. А это сколько стоит? Это... У меня Зиртекс есть. Вот это лучше, девочка, самый лучший вот это. 21 лира. Зиртекс тоже есть. 21 лира. Вот это стоит... А это сколько их пить, вот эти вот? 1 раз в день, после еды, по 1 таблетке пить надо. Это противоаллергический, да? Да. У меня кашель аллергический. 21 лира. Вот это стоит... Это 60 лира. Вот дорогой. А это противоаллергический сироп или просто против это, сухого это кашля? Сухой кашель, понимаешь? А вот это, вы сказали, тоже кашель? Вот эти вот желтые? Да, вот это конфетки. А конфетки, желтые, ага. От кашля? Да, от кашля. А тоже. Эти желтые от горла? Вот это антисептик, фаранжит, ларанжит. Хорошо, помогает, я поняла. Угу. Ванечка со мной, а Леночка делает массаж. Лена делает массаж сегодня за 40 долларов. Я сегодня буду делать массаж на улице за 20 долларов. Потом у нас будет возможность сравнить услуги, комфорт, ощущения, да. И на самом деле я вам тогда скажу. Ну, Лена поделится своим впечатлением, я поделюсь своими впечатлениями. Но у нас все затянуло. Мы с Ваней пошли на море. На море уже подзамерзли, потому что уже холодновато. Хотели вообще 40 евро. Договорились. Да, хотели у Лены 40 евро, но уступили за 40 долларов. В общем, как-то тут подул ветерок и стало прохладненько, поэтому Лена там уже заканчивает массаж. Сейчас мы ее пойдем встретим. И что еще сделаем? Пойдем с Ваней погуляем немножко в отеле, зайдем, посмотрим лобби-бар. И сейчас Лена уже закончит массаж, и мы пойдем с вами вместе на обед. На обед мы сегодня будем кушать не в снэк-баре, а будем кушать здесь, в ресторане. Поэтому у нас сегодня будет возможность... Ну, в ресторане, конечно. Поэтому у нас сегодня с вами будет возможность посмотреть, чем нас будут угощать. По системе ультра все включено. В апреле месяце. Сегодня у нас 5 апреля. Ну, в ресторане Barut Collection. Поэтому с удовольствием и сама посмотрю еще. Снеки были, здесь не были. И с удовольствием вам покажу. Людям уже накрывает стол. И мы... Ой, как пахнет скошенной травой. Как я вспомнила нашу косить. Косит парень и прямо пахнет свежей-свежей травой. Я люблю сама очень косить. Кто смотрит наши видео давно, покосить газоны. Это наше все. И вот уже ресторан. Да, никто не может косилку, кроме Оксаны. Оксана и папа. Ну, Юра, естественно. Ну, я имею в виду женщин, да. Вот, все, уже пришли на обед, кушают супчик. И мы с вами тоже сейчас сюда отправимся. Будем сегодня кушать в ресторане. Вань, ты замерз? Да. Замерз? Ты же мне только что говорил, что тебе... Пойдем. Лифт. Пойдем, зайдем. Маму найдем. Где она там, внизу? В хамаме. Или где? В спа-зоне, скажем так. О, Ваня у нас старый дед, заболела коленка, представляете? У него, как если в магазин с ним куда сходить, то у него болят колени. Старый дедок, пошли. Так, пошли за мамой зайдем. Угу. Мне единственное, что как бы, вот что Ванька друга никак не найдет. Мы-то, конечно, ему друзья хорошие, да, Вань? Но с нами не побегаешь. А? Давай посмотрим, так, в какую... В хамам, пойдем узнаем, вышла? Лена. 29. Здравствуйте, а наша подруга вышла? Она сейчас на массаж, через 10 минут. А, через 10 минут выйдет. Ну ладно, мы ее подождем в лобби-баре. Передайте ей, пожалуйста. Конечно. Спасибо. Пожалуйста. Ванечка, пойдем. Пойдем посмотрим, Ваня, что здесь на первом этаже есть. Пойдем. Тут же у нас есть игровая комната. Давай. Это вообще минус, да? Минус второй этаж, да. Вот, смотрите, тренажерный зал. Смотрите. Можно только с 16 лет. С 16 или с 14? Да, с 16 лет, Ваня, как ты хотел. Смотрите, тренажерный зал. Никого я здесь нет. Хочу попрыгать хочешь? Ну что, Ваня? Побегать на беговой дорожке. Это безопасно.
Ну, что делать? Смотрите, справа у нас находятся столы. В теннис можно играть. Смотри, Вань. А получается, два у нас еще тренажерных зала. И здесь тоже, видите, тоже тренажерный зал. Это, мне кажется, в котором можно дети. Дети? Мне кажется, Ваня, здесь детям тоже нельзя. Нет, вот. И, пожалуйста, теннисные столы. Много теннисных столов, но нет людей, нет желающих. Мы в Адалии всегда с Юрой ждали очередь, чтобы нам поиграть в теннис. Ну, здесь пока... Ну, здесь не сезон, надо это понимать. 20 человек там может заниматься. Так, вот, максимум... Да, Ваня у нас молодец, все прочитает. Ну, такой хороший, смотрите, тренажерный зал. То есть стоишь, бегаешь и смотришь в окошко. Так, что у нас еще здесь есть? Салон красоты у нас есть. Можно сделать красивую себе прическу. Пойдем, Ваня, еще посмотрим, пока мама 10 минут. Детская игровая комната. Пойдем посмотрим, что такое. Что у тебя там вступило? Ну, скользкий, скользкий. Так, на улицу нам не надо. Так, это боулинг. Давайте в боулинг пойдем. Тут по записи интересно. А что это? Это игровая комната. Так. Ну как же, вот же боулинг, Ваня. Это игровая комната вместе с боулингом. Нет, боулинг, я знаю, что бесплатный. Это, наверное, платные, конечно же, автоматы. Бесплатные? Нет. Сейчас пойдем спросим. Где написано? А ты хочешь в боулинг поиграть вообще? Сейчас спросим. Здравствуйте. А боулинг надо записываться поиграть? Боулинг? Просто приходишь и играешь, да? А вот эти автоматы все платные, да, детские? Все жетон покупаешь и играешь? А, спасибо. А боулинг в любой момент захотели и пришли, да? Он бесплатный, правильно? Нет, боулинг тоже платный. Тоже платный. Один час $20, да? Нет. Ну вот же написано. Один час $20. Все, да. Понятно. Вопросов нет. Спасибо. Так, пойдем еще что-нибудь посмотрим. А мама говорила, что бесплатный боулинг. Она неправильно поняла. А, вот мы с вами уточнили. PlayStation? Где PlayStation? Вот это. А ты хочешь поиграть? А у тебя же дома есть PlayStation? Есть. Ты, мы сегодня, мы приехали в этот отель, чтобы ты отвлекся от гаджетов. Ну, не ломал ноги, потому что ты скачешь, как не знаю кто. Знаешь, в некоторых автоматах вот, крутится. Угу. Рули прям нормально. Ваня, уже летом будем тренироваться. У тебя уже, я считаю, что ты достаточно взрослый. Тебе уже 9 лет. Пойдем посмотрим, что здесь еще. 9 лет исполнилось. И ты должен уже начинать учиться на машине ехать. Мы Вове было 8 лет, он начинал на Кашкае тогда еще учился. Кашкай у нас был, мы приезжали, он... Да. Так, ну и здесь у нас обувной магазин, различная обувь. Вот, видите, дисконт написано, 19 евро, 14 евро. Ну, попозже туда зайдем, посмотрим. Так, обувь. Кому интересно... Сюда можно прийти. Вот со скидкой 9,90 вообще внизу. Вот такие кроссовки. Написано 100% кожи, смотрите, 24,90. Согласен? Да, и вот, мы сегодня такие на рынке видели. Они, кстати, дешевые-дешевые. Кстати, у меня такие белые есть. Я их точно вспомню, у меня новые лежат, еще ни разу не одевала. Это обувь. Здесь. Так, мы с вами решили подняться в лобби-бар. Подождем там маму. Пойдем. Ну, мне зато нравится, что все, абсолютно все с тобой здороваются, улыбаются. Все что-то моют, чистят день и ночь. Мы пришли в лобби-бар. Смотрите на улицу. Прям все потемнело, мне кажется. Да, смотри, как темно на улице. Хочешь, пойдем выйдем, пойдем посмотрим. Слышь, пришли с улицы, решили опять пойти на улицу. А вот люди сидят в баре. Думаешь, ливень пойдет? Все. С
сильные облака. Пойдем посмотрим с тобой. Все равно у нас время есть. Еще раз повторюсь, что отелю Барут 50 лет. Так, выходим. Оп-оп-оп. 50. О, прохладненько стало. Что нигде не висит температура? Ну, не сильно, но по сравнению, как мы ходили на базар. Думаешь, 18? Ай, Хонда думает. Кемер, 18. 18, а какая красивая это ж. Туи, туи. Сейчас облачно, 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 облачно. И 21, и 22% что дождь. Что дождь будет. Ну, это не совсем, конечно. Вероятность есть, но незначительная. Дождь бы я не хотела, потому что мне идти на массаж. А мокнуть под дождем? Это 21-22. Ну, все равно не хочу мокнуть. Мы с Ваней хоть немножко, но нагуливаем. Да, перед обедом. Вань, ты хочешь кушать? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть супчика, да, можно какого-нибудь? Смотри, какие одуванчики. Я уже говорила, что хочу дунуть. Дунуть? Боюсь, у тебя сил не хватит дуть. Пойдем, Ванечка, пока на балкон выйдем. Ну, вот здесь вот, видите, в лобби-бар сидят компания. Алкоголь. Говорят, хорошего, ну, качества там виски. Ягермастер. Ну, не разбираемся, кроме шампанского вообще. В принципе, ничего не пьем. Так, пошли. Вот. Здесь курить можно. Зона для курить. Очень приятный такой. Балконы, даже не балкон, как это назвать? Назовем это балконом. Мягкие кресла. Пепельницы стоят. Везде пепельницы, потому что это место для курения. Угу. Один вопрос. Какой? К этому отелю. Ладно, вот этот лифт, ладно, может, к тому дому прикреплен. Угу. Вот там вот. А к этому? Он к балкону прикреплен? Там просто куда лифт прикреплен. Вот что значит. Вот что значит мальчик, да, задает какие вопросы. А интересно, мне вот в этом домике это номер, что за номер такой или что это такое? Кто знает? Короче. Думаешь, пентхаус? Надо интересно будет посмотреть. Прям дождем пахнет, да? Ладно, пойдем дальше. А мне нравится смотреть вот на такие фонтанчики. Тебе нравятся? Камни. Я думала, чьи-то тапки. Это рыбка золотая. Вань, смотри. Я думала, тапки кто-то оставил. Где? Ну, вон, желтые. Ну, оригинально, конечно. Поделись массажем за 40 долларов. Ты знаешь, очень хорошо сделала. Прям женщина это... Понравилось мне. Она сама больника. Mm-hmm. Немножко по-английски говорит. Ну, так вот я тоже немножко, мы с ней сошлись. You are from. I'm from Moscow. I'm from Bali. Не, ну, в общем, хорошо. На точки на разные там она везде понажимала. Все, ну, понравилось мне. Час ровно. Час ровно. Я прям аж, вот знаешь, когда вот расслабился полностью, аж заснула под конец. Она меня уже до меня дотронулась. Я поняла, что я это отключилась. Ну, классно, короче. Мне очень. Ну, я еще пойду к ней. Ты записалась? Ну, сейчас обсудим время, на завтра хочу попасть. Пошли. Пойдем. Пойдемте кушать. Мы с Ваней поняли, что... А куда мы идем кушать? На обед в ресторан. Сюда? Здесь, да, в ресторан, да. А зачем ты купишь? Ну, одела и одела. Идем кушать.